Единорог. Удивительное магическое существо. Символ благородства и духовной чистоты. Ну, сестренка, какой парень? Нужно с ним познакомиться. Привет. Привет, красавчик. Этот красавчик не твой, а мой. Это еще почему? Он мой, он мой. Мечтай. Насмешила, смотри. Немного магии. Угощайся мороженым. Сегодня жарко. Спасибо. А вот и нет. Мороженое растаяло, и моя любимая книга уничтожена. Это ты все испортила. Я тебе парня не отдам. Что надеть на свидание? И какую прическу сделать? Тебе помочь, сестричка? Конечно. С удовольствием. Добавим эффект инея. Джули! Вот спасибо. Хорошо, что у меня есть волшебное украшение. Трансформация начинается. К свиданию готова. Вау! Привет. О, какая девушка. У меня для вас супер предложение. Да, я слушаю. Отлично. Нас ждет успех. Вы будете зазывать покупателей. Моя прибыль увеличится. Отлично выглядишь. Да уж, не на это я рассчитывала. Я за вами слежу. Еще пончик. Спасибо. Ой, да ладно. Ваш счет, пожалуйста. Что? У меня нет денег, к сожалению. Но я умею делать супер стильную укладку. Она вас преобразит. Вау, вот спасибо. А счет в мусор. Я влюбился с первого взгляда. Будь моей женой. Я согласна. Отлично, можно следить дальше. И что они нашли в этой мелодраме? О нет, как он мог? Скукота. Может, попкорн исправит ситуацию? Кортни, подержи, пожалуйста. Забери. Отлично, и микроволновка не нужна. Джули, ты плачешь? Как печально. Зато твои слезы быстро охладят колу. О да, ну а теперь кинопросмотр мне по душе. Я только курточку возьму, но какую выбрать? Бери зеленую. Думаешь? Ну, я вообще-то никогда не мерзну. Слушаю? Да, конечно. Выходим. Ай, моя рука! А, я обжегся. Я помогу. Спасибо. Кортни? Упс, простите, я не хотела. Доброе утро. Моя зубная щетка и обжигающая зубная паста. О, да. Пора чистить зубы. Ледяная зубная паста с прохлаждающим эффектом. Пора просыпаться. Меня ждет свидание с Беном. Но в таком виде идти нельзя. Придумала. По схеме для вязания крючком вяжем узор. Добавляем петельку для пальца и завязки. Украшаем декоративной бусиной. Делаем пару. Снежинка с эффектом заморозки. Туфли. И платье. О, да! Теперь я выгляжу идеально. Ну уж нет. Ты не поверишь, это было так неожиданно. Тебя так интересно слушать. Нужно избавиться от этой снежинки. Что происходит?
Ты в порядке? Конечно. Не обращай внимания. Мой глаз. Привет, Кортни. Ага, привет. Вот и мне снежинка пригодилась. Я проголодалась. О, мои чипсы. Нет, ничего не осталось. Чипсы сестренки Джули. Не трогать. Но мне так хочется. Не могу устоять. О, блаженство. Как вкусно. Ладно, оставлю один для сестры. И заклею пачку. Упс. Мои чипсики. Такие аппетитные. Что? Это все, что осталось? Кортни! Как хорошо дома. Это Бен. Слушай, что? Уже подходишь? Ясно. Я сейчас. Немного магии и трансформация завершена. Не хватает украшения. Из бисера двух цветов плетем колечко и браслет. Добавляем фурнитурный замочек. На нить собираем рисунок из бисера и бусин. Вау, как красиво! Спасибо, я сама сделала. Я подниму. Ай, горячо. Мне пора. Куда же ты? Я подготовился. Вот твое украшение. Спасибо. Пожар! Спасибо, не стоило. Это наша кухня. Присаживайся. Хочешь пить? Вот кола, угощайся. Спасибо. Я на минутку, только освежу макияж. Окей. Мне понадобится моя косметика. Ледяная, самая лучшая. Пластиковый бокс заливаем слой воды и замораживаем. Вкладываем бокс поменьше, утяжеляя его песком. Заливаем воду между стенками боксов и замораживаем. Из морозилки ненадолго переставляем в холодильник, чтобы лед отошел от формы, и вынимаем. Декоративную бусину крепим на саморез и приклеиваем на крышку бокса с внутренней стороны. В бокс наливаем воду и переворачиваем. Замораживаем. Крышка готова. Накрываем ею шкатулку. Привет. Здравствуй. Кола слишком теплая. Это очень легко исправить. Добавь льда. Спасибо. Так намного вкуснее. Что это? Помада? А я ее ищу. Спасибо. Можем идти. Окей. План не сработал. Что будешь заказывать? Что-нибудь из горячих блюд. Я испорчу вам свидание. Выключите весь свет. Ой, я боюсь темноты. Не волнуйся, в моей сумочке есть то, что нужно. Это косметика. Не просто косметика. Смотри. Это свечи. Воск растапливаем и добавляем специальные красители. Заливаем формочки в виде косметики. Добавляем детали других цветов. Заполняем вторую форму. Вставляем вощеный фитиль и склеиваем половинки. Декорируем маркерами для свечей. Добавляем наклейки. Вау! Ужин стал еще романтичнее. Как она посмела! Для свидания нужен идеальный наряд. Не подходит. А этот в самый раз. Но что делать с прической? Нужна помощь. Джек Фрост, ты мне нужен. Сейчас. Ясно. Привет, в чем дело? Моя прическа. Это катастрофа. Что делать? Новая модная стрижка? Нет, это не вариант. Снежинка отлично украсит прическу. Согласна.
Не сработало. О, нет, она слишком тяжелая. Придумай еще что-нибудь, пожалуйста. Окей. Вау! Из меха вырезаем кружочки, прошиваем и затягиваем нить, образуя шарик. Нанизываем на нить фурнитуру, жемчуг, бусины и бисер. На обруч клеим декоративный жемчуг, стеклянные бусины и меховые шарики. По краям крепим подвески. Этот обруч сделает тебя безупречно красивой. Спасибо. А вот и он. Бен, пойдем. Джули, Кортни, я должен вам признаться, вы обе мне нравитесь, и у меня для вас сюрприз. Вы будете работать в моем магазине. Сестренка, а помнишь, как мы дружили? И дарили друг другу подарки. Как мы докатились до такого, сестренка? Перемирие. Теперь прибыль возрастет. Эй! За работу, вы обе! Размечтался. Мы уходим. Hasta la vista, baby. О, нет.